Добрый день! Сегодня мы начинаем читать русские народные песенки и потешки. И первая из них про пальчики. Пальчик-мальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел, с этим братцем песни пел. Вот смотрите, какие дружные братцы-пальчики. А теперь тоже про пальчики и про ладошку, только другая. Ладушки-ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Брашку. Кашка масленька, брашка сладенька, бабушка добренька. Поели, попили, домой полетели, на головку сели, ладушки запели. Вот какие чудесные потешки у нас. До следующей встречи! Вы видите, какие будут у нас следующие потешки? Всего вам доброго!